Всем добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня, к сожалению, у нас нету гостя, но для вас есть кое-что поинтересней. Нас многие спрашивали, постанова наше видео или нет. Честно говоря, нас всегда удивлял этот вопрос, и в этом видео вы найдете на него ответ. Смотрим. В идеале это отец Айгюль. Почему? Почему Ильдус Абрахманов? Ничего себе. Что за бред вообще? Чего? Подождите, а вы не в секонд-хенде одеваетесь? Нет, это Монклёр. Что? Монклёр? Я в баре вас видел с мужчиной. В каком баре? Ну, давайте так завуалируем. 17 тонн. Вы не давали ни разу интервью? Максим, нет. Что, Максим, нет? Какая болевой, что вы? Какая мысль была в голове? Спасите, да. Надо было готовиться. Понял. Жопа появилась в 21 год? Да. Неделю назад буквально были короткие. Но я собрал силу воли в кулак и ради вас отрастил за неделю. Угу. Потому что люблю вас. Подожди, а как обычно я просто смотрел, там у всех жопа вначале. Артем, для футболиста вы уже старый. Для тренера еще молодой. Для телеэксперта туповатый. Я думал, что смогу это проглотить, блядь. Сука, но... это... он же повторяться будет. Ну ничего, мы до поджопников оторвешься. Да, я обладатель премии ников. Вы получили ее за ваш ник Пабло в Инстаграме? А, ребят, у нас отклеивается студия. Это знак или что? Стендап больше нравился? Просто странно, что между универом и стендапом стендап выбрали. Ну да, как бы поприкольнее там всякие эти... Там в Кемерово можно съездить, в Саранск. Это со стендапом? Я вот по вам учился, честно говоря, трахаться. Влад, а вы знали, что если заменить всего 4 буквы в вашем имени, то получится енот? Полностью прошерстили интернет, чтобы найти этот факт. Фу. Давно передача уже ваша идет? Да лет 6, по-моему. А, нет, первый выпуск вообще. Думаю, недолго будет. Надеюсь. Захватывающе. Да. Бля. Ну, может, какую-то строчку одну, типа, рехаб. Здесь, здесь дают в рот за своеволие. Нормально? Ну, в целом, я как даже картину составил. Это седьмая традиция, раздвигай ягодицы. Или... Доктор Слу. Доктор Слу. Ну, к доктору Слу меня, конечно, в моей школе журналистики не готовили. А ты Рузиль?
Нет. Богдан New Balance. Я же скусил, рассказываю. А, то есть можно понять по девушке, сколько сейчас время? 12. А это разве удобно? Ну, типа, спросить, снимите штаны, который час? Нормально, абсолютно. У вас не так? Нет, у нас сразу поебал, убьют. В детстве вы любили играть в «Казаки-разбойники». Когда играли в последний раз? Давно, очень давно. Хотите, приходите, мы... Блять. Фу. И первый батл будет «Ебанутые Омск» против «Пизданутые Омск-Томск». Не могу, нахуй, этот вопрос, блядь, задавать нормально. В детстве вы любили играть в «Казаки-разбойники». Когда играли в последний раз? Ну, уже очень давно. Хотите, приходите, мы... Сука, блядь. Все, нормально. Не, почему-то подумал, что вас называют мошонкой. За глаза... Зеленые. Называют все меня... За мошонка. И поэтому все так. В детстве вы любили играть в «Казаки-разбойники». Когда играли в последний раз? Ну, давно уже, наверное. Хотите, приходите, мы по пятницам после работы... Сука, бля. Ой, бля. Ладно, ща. В жопе вибратор. Вот так. Анальный кратер. Йоу. Порван клитор. В детстве вы любили играть в «Казаки-разбойники». Когда в последний раз играли? Ну, уже очень давно. Хотите, приходите, мы по пятницам после работы с ребятами бегаем. Немного о личном. Вы развелись со своей женой? Да. Сейчас у нее есть кто-нибудь? Я не знаю. А у вас? В детстве вы любили играть в «Казаки-разбойники». Когда играли в последний раз? Ну, уже очень давно. Хотите, приходите, мы по пятницам после работы с ребятами бегаем. Ты за кого больше любишь играть? Ну, наверное, за разбойников. Вы сделали пересадку волос? Да. А с помощью сервиса Aviasales могли бы... Бля, сейчас. Единственного спонсора потеряете. Не можем спонсорские записать. Бриф. А у тебя кто есть любимый тренер в России? А какие есть вообще? Нормальных нет практически. Думал Слуцкий, но нет, он не очень. Очень плохой. Физрук чистый. Паршивый. Говно. Давайте по тексту. Парни, не отходим от текста. Вы боец. Когда видите, как детишки на площадке дерутся, подходите к ним со словами, а можно я разок пробью так чисто на технику? Нет, конечно, я детишек не трогаю. Детишек не трогаете? Да, я тебя не буду, не бойся. Я... Спасибо. Я не... А, да. Я просто испугался. Я уже начал бояться, да. Вот сейчас можешь вспомнить одно, что-нибудь такое, за что прям стыдно тебе? Ты бы хотел... Ну, ты бы отдал все, чтобы вернуть время назад и сделать по-другому. Ну, наверное, банк ограбил. Зачем? Ну, нужны деньги были. Не, на что? А, квартиру хотел взять. Ты никогда не думал, что я тебя просто ебать могу? Честно говоря, об этом не думал. Это ж какой хайповый видос может получиться. Продолжим? Я не знаю. Засал. После еще, после жопы попробовать, может, дубль сразу, чтобы ты замахнулся. А что я там делаю дальше? Он говорит, продолжим жопа, и ты... Ну да, продолжим жопу, и ты такой, типа, чуть-чуть замахнешься, а я не дернусь вот здесь.
Я не дам тебе отхлебнуть рассол. Ты сейчас отхлебнешь рассол и будешь уже, ну, кайфовать сидеть. Можешь уходить. Я так подумал, если ты все интервью будешь стоять. Ты никогда не думал, что я могу тебя ебнуть? Блин. Честно говоря, не думал об этом. Это ж какой хайповый видос мог получиться. Ну что, продолжим жопу? В смысле? А, здесь... А! А, здесь я не боюсь, бля. Я что-то здесь подумал, что... Блядь, да страшно. Идите в жопу, понятно? Нормально? Арсений, погоди, не отсвечивает, все отлично. Ты видишь тоже, да, Саш? Я не хотел. Ты в роли, блядь? Я не хотел. А мы в реальную прачечную будем звонить? Унижать, да. Нет, мы будем звонить женщине, она все в курсе. Она будет нормально отвечать, но у нее голос... А, как? Окей, ладно. Как нормальная. Жене твоей, что ли? Нет, это Ира Латышева. Я не думаю, что тебе это нужно. Так, тихо, нет, я злюсь. У вас родился сын? Когда? Скажи «да». Да. Ну, это тоже хорошее, да. Вы постоянно и везде говорите, как сильно любите свою жену. Я нигде так не говорю. Скажи «да», так и есть. Вы снялись в рекламе кошачьего корма. А какой он на вкус? Такой терпкий. Нет, скажи, я его не ел. А. Тут надо соврать. Тут надо немножко для роли соврать, сказать, что ты его не ешь. Я, кстати, фанфик про вас и пальто написал. Почитайте вслух. Я? Да. Давай. Я должен был сказать «нет». Ну, видишь? Давай еще раз. Давай. Да, я забыл. Скажи, как готовишь. Ты сказал «забыл». Это по сценарию. А, все, понял. Красавчик. Пусть его-то Никита будет. Да, да. Давай, давай. Пальто, снимает пальто, и тут Марат просто как с цепи сорвался. И? Налетел на пальто. Дальше. Ты просто говоришь, хватит. Я могу дальше. Да, интересно. Сюжет хороший, да. Дальше. Вы были когда-нибудь в нокауте? Что это еще? Да. Я зашел просто. Да все, давай. Блядь, здесь какая-то, ребят, просто. Нет, правда. Нет, я играю, что вы ржете, блядь. Ну какие же вы... Ладно, все, испортили, давай. Извини. Мы потом обрежем наш да, смех. Да, да, все, давай, блядь, просто читай. И эту сцену. С любовью и за то, что не веришь в российский футбол. Давай. Вот, хорошо. Че, по восьмерику? Или я бы закончил? Я бы тоже закончил. Ты, по моему удивлению, был неплох. Я был уверен, что ты не сможешь. В 2021 году вы играли гнома в уличном правосудии. За два года вы выросли. Я не видел этого вопроса. Бля, кого-то на плите сижу, жопу корит. Просто жжет жестко, блядь. Вы учились в Хогвартсе? Нет. Вы знаете, кто такой Добби? Да. И вы утверждаете, что вы не учились в Хогвартсе? Вранье, получается. Вы учились в Хогвартсе? Да. Я не был. Хорошо, топ-3 худших комика России на данный момент. Худших? Угу. И только так, чтобы ты потом это не вырезал на монтаже. Нас называют. Так, да, Андрюха, да, Илюха, Ваня. Я хочу сделать татуировку
но не знаю, как она будет выглядеть в старости. Можно я на вас сначала ее сделаю и посмотрю? На пояснице гусеницу. Нет, там уже занято место. А в Питере выгнали тоже концерт, не дали провести, жопу вытирал бумагой, туалет. Вот подлые, блядь, гандоны, блядь. А не обидно, что даже съемки слетали, а вы никуда не слетали? Не хотите наверстать упущенное с помощью сервиса Aviasales? Блядь. Андрюх, я башкой понимаю, что сердце отказывается. Народ не слушается. Да. Капитал? Маркса. Шоу. Что? Шоу, капитал шоу. Нет, я Маркса уже сказал после капитал. Хорошо. Маркса Тишмана. Догладьмана. Начальника НМА. У камеры качество упало, по-моему, даже после этой шутки. Вы можете еще долго опустить, а то мы потом не склеимся. Сейчас посижу так немножко. Все равно ничего, все равно ничего не будет. Это терпит. Просто нога будет раз-раз. Этот дубль можете так, да. Валерия, часики. Валерия. Шиномонтаж. Ка. Кать. Хочу. Иди. Child free или картошка по-деревенски? Child free. Угу. Если там хавать соусом. Нет. Если хавать соусом. Посол? Посол. Ты нахуй. Да уж. Посол, ты нахуй. Ахалай-махалай или ляськи-масяськи? Масяськи. Оккультизм или анонизм? Это все весь блиц? Да. Ну, чтобы тоже подраскрыть. Подраскрыли? Не, ну про ляськи-масяськи тоже кое-что вас говорит. А что именно? Можно узнать? Психологический портрет? Вот ну, что вы такой, однолюб. Это по масяське вы определили? Ой, блядь. Ну, Борф. Да иди ты нахуй, блядь. Сказал, ты выводишь меня на. Я спрашиваю, я тебя сейчас ёбну стулом, блядь. Успокойся. Бля, мне чуть страшно стало. Так же сиди. Ну, что, прям ледяная? Ну, не прям ледяная, но такая. Ну, блин, айс. Да ладно, чисто. Челюсть, блин, прям очень ярко, по-моему. Обычно клички футболистов все сокращения от фамилии. У тебя какая фамилия? Ле. Что Ле? Ну, хотя первые четыре буквы сократили. Ну, это моя фамилия. Что? Ле фамилия такая. Богдан Ле? Ну. Смяк да? У него было смяк да? Нет, как больной, мой смяк да? Вот ты как больной сделал. Это ты больной. Больной ты. А ты во сколько девственности лишился? В 11. Еще круто. Еще круто. Ну, было неплохо. Да я не так показал. Ты вообще показал смэк-то. Ну вот. А ты до этого показал смэк-то? Я сказал смэк-то.
Оба правы. Кто? Не говори заткнуться. Батек там. Вы занимаетесь... Батек. Батек. Мы вообще постоянно компашкой собираемся. В туалете? Угу. Жора Крыжовников, Майя Абрикосов, Миша Грушевский, группа «Фрукты» и я. И что делаете? Пиздим. А что у вас спросить? Я когда в поиске... Сейчас этот... еще раз. Вопросы. Тупые у тебя. А что мне у тебя еще спросить? Ну как... Самый крутой глюк, который вы видели? Ну, я был лавкой, например. Очень бы интеграция. Здесь, кстати, Яндекс.Лавка. А сколько у тебя в год раз секс? В лучшие года или сейчас? Ну, если прям, типа, охуительный год. Ну, самый охуительный год у меня два было. Два? Блин, ну что... Ну, я бы уверен, если бы я в детстве от вас услышал, откуда берутся там дети, я уверен, я бы более качественно сейчас уже трахался. Два раза. А как, ну, каким образом? Так получилось много. Да нет. Легонечко. А как так вышло у тебя? Что ты делал? Ну, один раз купил. Угу. Второй продал. Давай потихоньку начнем. Давай. Какой себе потихоньку? Вот, вот это потихоньку хороший прям. Вот это самый слабый, это то, что нужно. Не упал. Я упаду, я просто же задержался. Да. Да, что было там? Да. Очень реалистично получилось. Ну, было не прям, ну, для меня не самый слабый удар в жизни, который я получал. Хорошо, что мы, кстати, с самого слабого начали. Не, мне нравится, Андрюха говорил, не, ну ты тоже реалистично ударь, как бы сидит там. То есть ты считаешь, что я переиграл? Не-не-не, прям вообще. Далеко он сел. Да, то есть у меня дед совершенно по-другому умер. То есть вот он умер, и все там. Был в сети там 6 лет назад. Вот так прям подойди, прям в лицо. Я тебе делаю вот так проход. Ой-ой-ой. Понял. Только аккуратно. Нормально. Да, я буду здесь аккуратно. Ага. Вам когда-нибудь говорили не Усович, а пропуск в Трусович? Я типа за спины могу, ну, отсюда, как будто я по нему ударю один раз. Можно и так. Как же страшно. Да не, отсюда можно. Я просто помню такой момент, что кто-то пшикался как духами. Типа, о, блядь. На дискотеку? Не, в тюрьме. А, в тюрьме. Бля, серьезно. Я сделал ДНК-тест. Вероятность того, что я ваш отец, 3%. Ты долбоеб. Ты, блядь, как с отцом разговариваешь? Блядь. Вы можете так на каждый вопрос отвечать. Очень жирно. Да мы потом на монтаже на каждый ваш поставим. Ты долбоёб. Кто первый раскололся? Я. Я не тыкал. Но я был, ну, прям на подходе. На долю секунды. Кто вам дороже? Я или мама?
Моя мама? Моя мама. Он заплакал просто. Он что сделает? Он заплакал. Но мы ничего не можем контролировать. Нормально? Нормально. Дебилы, блядь. Так было или нет? Сильно? Попал? Вот так в ногу. Серьезно попал? Блядь, прости, Мартелло. Серьезно, в ногу? Да, прям в костяшку. Блядь. Да нормально, нормально, как говорится. До свадьбы. Бля. Не, выглядел вообще. Да похуй на ногу-то. Главное, что сняли. Было. Да? Еще один дубль, как считаете? Как считаете, дублик может? Как будто бы было. Ну что ж, теперь, надеюсь, вы точно убедились, что это не постанова. Всех с новогодними праздниками. Пока. Можете на эту камеру какие-то слова прощальные нашим подписчикам сказать? До свидания. Все, первый дубль был, бля, Паша, охуенно вообще. До свидания. Бля, это лучшая концовка.